Всем здорово. Не запускал пару недель. Уже хочется погазовать. Поэтому решил попробовать запустить его. Так, в комнате почти 10 градусов. Закрываю полностью. Пробую. Не запускал пару неделек. Аккумулятор родной. На данный момент аккумулятор стоит не родной, от фирмы Scorpion PZ30 с ускорительным насосом. Жиклер холостого хода 35, главный жиклер 105. Игла на среднем положении. И винт количества смеси откручен на 2 оборота. Воздушный фильтр установил новый, чистый. Масло еще не менял, антифриз еще не менял. Как будет открытие сезона, поменяю масло, антифриз. Надеюсь, что в марте уже будет тепло, ну а там посмотрим, когда будет открытие сезона, в марте или в апреле. Все. Всем пока.